Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Всецарица, или Пантонесса, прославилась в Греции еще в 17 веке. Этот образ имеет самое мощное исцеляющее начало. Людям, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, такая икона необходима, как воздух. К ней обращаются с мольбами об исцелении множества болезней и, в первую очередь, об избавлении от раковых заболеваний. Помогает она избавиться и от колдовских чар. В Россию икона пришла только в конце прошлого столетия. Это был точный список с чудотворного образа, находящегося в Ватопедском монастыре на Афоне. И уже месяц спустя, на праздновании Рождества Богородицы, она стала источать мира. А первым чудом, явленным Всецарицей в России, стало исцеление молодого человека, много лет страдавшего наркоманией. С тех пор икона помогает родителям, молящимся за своих детей, пристрастившихся к наркотикам и алкоголю. На иконе Всецарица Богородица изображена восседающей на троне в царском багряном одеянии с божественным младенцем на коленях. Правой рукой Пречистая Дева указывает на своего сына, как на Спасителя. Руки Христа не касаются матери. Богомладенец представлен как царственный Сын Божий. В левой руке он держит свиток, а правой благословляет нас.